Возьми себя за жопу, включи свою силу воли и воздерживайся. Сегодня я расскажу тебе, почему сила воли не работает на воздержании. Забудь про результат, забудь про то, что ты не будешь срываться. Ты будешь срываться, если ты подходишь к воздержанию на силе воли. К сожалению, друзья, я был таким человеком, который воздерживался на силе воли 5 лет. К чему я пришел за эти 5 лет? Спойлер, ни к чему. У меня не было результата. Я срывался. Сейчас я не срываюсь, сейчас не смотрю порно, сейчас не дрочу, сейчас у меня нет этой проблемы. Почему? Да потому что я включил мозг. Потому что я включил свой интеллект, потому что я разобрался в проблеме. И когда я прошел такой большой путь, написал целую книгу, составил свою авторскую методику. После этого до сих пор люди не читали мою статью, у которых действительно есть проблема. Это действительно зависимость, и на этом канале я уже не раз это доказывал. Это очень серьезная зависимость, с которой ты не борешься, ты срываешься. Воздержание – такое слово для меня, которое уже включает какую-то борьбу с собой. Знаете, вот ты воздерживаешься, знаете, что-то там, какие-то усилия над собой прилагаешь, чтобы что-то не делать. Ни хрена! Я ничего не прилагаю, чтобы воздерживаться. Это мой образ жизни, я просто не дрочер теперь. Окей? Все. Я свободен. Я свободный человек. Свободный от зависимости человек. Каждый день мне поступают одни и те же вопросы. Вот я дрочу с 13, с 12, с 10, с 5. У меня вот такой-то список проблем, вплоть до того, что я с людьми просто тактировать не могу, боюсь девушек, у меня член не стоит. Я вот думаю, это из-за того, что я дрочу, или какие-то у меня комплексы. Чуваки, проснитесь, проснитесь. Вот мой канал, на нем уже 1 000 000 видео. Если вы мне пишете в личку, будьте добры посмотреть все видео, будьте добры прочитать все статьи, будьте добры читать мой канал перед тем, как спамить мне какую-то херню. Все ваши проблемы уже давно разобраны, уже давно понятны. В исследованиях все это есть. У вас есть проблема, пожалуйста, прошу, покупайте мой курс. Почему так? Да потому что он работает. Есть люди, которые проходят мою программу и говорят: работает, все, не дрочу, не смотрю порно. Я не продаю воздух. Я продаю то, через что прошел сам. Продаю свой опыт. Что может быть ценнее, чем опыт? Вот человек, вот посмотри на меня. 5 лет у меня не получалось. 5 лет у меня не получалось. Скоро год будет моему каналу. Скоро год будет, как я воздерживаюсь. Я просто начал жить по-другому. У меня отпала не только эта зависимость. Я в принципе изменил всю свою жизнь. Вот та точка, где я нахожусь прямо сейчас, прямо вот сегодня, это лучшее мое время в моей жизни. Воздержание – это в первую очередь про свободу. Не слушайте тех, кто говорит вам: сила воли. Вставай в 5 утра, борись, делай то, делай это. Это полный отстой. Это полная хрень. Это щит, дерьмо полнейшее. Это не работает. Работает вот мозг. Почему люди, которые встают в 5 утра, у них получается, у них все супер, все замечательно, а у тебя так не получается? Почему так? Потому что эти люди понимают, зачем им это нужно. Когда ты, сука, срываешься, ты не понимаешь, зачем тебе воздержание. Ты не понимаешь, зачем тебе воздержание. Ты не понимаешь. Потому что когда приходит понимание вообще всей картины, как ты можешь после этого срываться? Я не знаю. Хватит быть тряпкой. Возьми свою жизнь в свои руки и купи мой курс. Да, блядь, я в каждом посте, в каждом своем посте я продаю свой курс. Знаешь почему? Вот некоторые люди пишут мне: я идиот, продаю свой курс, я инфо-цыган. Ведь все это можно найти в легком доступе в интернете. Чуваки, если вы такие умные, купите все эти книги, которые прочел я. Купите все эти книги. Они что, ноль стоят? Нет, они тоже стоят денег. Вы тоже потратите деньги. Если вы думаете: я найду все бесплатно. Чувак, я тебя огорчу, бесплатная инфа не работает в принципе. Ты можешь сколько угодно посмотреть бесплатного контента. Я говорю, сколько угодно ты можешь посмотреть вот таких видео, но пока ты не потратишь свои ресурсы на изучение этой темы, ты ноль.
ты ноль. Так вот, почему люди, которые встают в 5 утра, у них получается, а у тебя нет? Потому что эти чуваки, эти люди, эти мужики, женщины, кто угодно, они понимают, зачем им это нужно. Они не просто где-то вычитали эту хрень. Они понимают, зачем им вставать в 5 утра. У них есть четкий список действий, что они делают в это время и не в это время. Они подходят к этому не с позиции силы воли, а с позиции того, что им это нужно. Они понимают, зачем им это нужно. Это их образ жизни, вот такой. И они это делают не потому, что они это вычитали. Они это делают не потому, что им кто-то сказал это сделать. Нет. Они это делают, потому что они этого хотят. Они это делают, потому что они хотят вот жить вот так, и все. Какой итог? Нахер эту силу воли. Вот мозги. Включи их.